anything right on the top of the belt line. Try to keep your punches all above there. Да, здесь тоже такой особенный момент, потому что оба Инауэ, они очень любят работать в корпус. И здесь рефери тоже показал, что немного... Ну, огромный любительский опыт. Две Олимпиады за плечами. Пекин и Лондон. Да, после Лондона он еще... Будет это в андеркарте Уайлдер и Артист. Уже совсем скоро. Да, 23 ноября. Зацепился за ногу. Да, здесь сейчас ничего не было. Просить мостик в будущее. Хорошо, достал и сталкивает. Опа, сейчас здорово перевел. Отличная, да? Комбинация. И снова очень мощно в голову. Отлетает канатом такому. Нашел дистанцию. Колубали, нашел. Апперкот, отлично заходит. Не успевает среагировать японец. В очень тяжелом положении сейчас такому. Очень тяжелом. И как бы подкормил на это, да? А потом начал совсем по-другому. Начал сразу сильнейшие руки атаковать. Точно не получилось. Ну, не точно. Но он понимает, что это очень опасная комбинация. Убали бьет жестко. Опа! Это нокдаун. Да, чуть-чуть приопустил правую ручку. Такому... Одиночными ударами. Теперь корпус перевел. И на ОВЕ. О, ты поджал сейчас в углу. Вали соперника. Но тот отвечает. И корпус он защищал. Между перчаток пролетает. Но, с другой стороны, Вали тоже боец. Совсем не... Мощно атакует. Силы есть на то, чтобы вкладываться еще. Здорово, подготовился. И в первую очередь физически, да? Не сдал совершенно. И план на бой, который, как мы предполагаем, был у его соперника, не сработал. Хорошо, два боковых сейчас, хоть и вскользь, но у Бали удались. И бросается контратаковать, кстати, ну и неплохо попал, выкрутился. И смотрите, все силы сейчас бросает за минуту 10 до завершения этого поединка. Да, ему нужен нокдаун, нокаут, ему нужен нокаут. Да, и практически в нокдаун-то он соперника почти отправил, отбросив у Бали канатом. И неостановимо рвется вперед. Но видишь, какой удар, да, у Бали, да, спокойнее. Все, уже заметил. Нет, ну отец говорит, что... Мог, наверное, это и лучше.
Но он ведь тоже понимает, он специалист, что там шансов было не очень много. Здесь пара очень хороших попаданий было в размене. Ну вот смотри, сейчас, да, левый боковой. Ну там и правый короткий пришелся. Вот здесь было столкновение головами, как выкрутился Такума. И на выходе слышал только 110. 110, да. Единогласное решение у двух судей с большим разрывом третьего.